друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Запах пороха, как утренний кофе. Рассвет и закат, как бальзам. Как же здорово на охоте, говорю я всегда друзьям. Посидишь у костра с гитарой, на рассвете да будешь черка. Позабыв городские печали, возвращаешься снова сюда. Здесь ты просто охотник-добытчик, рядом только свои пацаны. Нет медалей и знаков различий, только степи, природа и ты. И нет на свете лучше этой драмы. Охотники из Инстаграмы расскажут первыми об этом, засняв на телефон все это. Контента лучше нет на свете, чем встретить солнце на рассвете. Стрелять, охотиться, рыбачить и байки у костра с удачей. Так, друзья, всем привет. С этого видео я начинаю свой цикл охот «Гусь-2021». Так что все самое интересное будет впереди. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк, писать грозный комментарий. Все, смотрим дальше. В общем, вот так вот мы заезжаем на открытие охоты на гуся. Представляете, ребят? Раньше мы заезжали, снега было по минимуму, а теперь мы заезжаем вот так. И это южная часть Подмосковья. Что вот с этим делать? Лужи, все. Но птица уже есть, и это радует. Вот они. Вот они, лужи. Опа. Идем намеченным маршрутом. Пробиваем заново дорогу, получается. Вот так вот. Всем добрейшего утра, граждане, доброго. Товарищи охотники. Сидим, чаек, кофеек, и отправимся в скрытки. Сегодня у нас 3 апреля, открытие охоты. Пока он еще не открывали. Вот. Туман на улице. Морозится туман. Снега очень много. Но будем надеяться, что наша птица пролетит сегодня. Да? Не замерзну бы только. Главное, чтобы не пролетела, а прилетела. Да. И осела. Спали вот мы в таком комфорте. С печечкой. Было, да. Палаточка, берег. А там еще томится вроде, да? Да. Я спал в самом холодном углу. У меня вот это перекрытие. Почему? Вот у меня дочки были здесь. Какие? Мне тепло было. Собака с нами тут. Ну что, так, берем патрончики Energy, 36 грамм, вот. Маскировочку, все, рожбайки и в путь. Такое вот у нас сегодня утро, туман, там вот луна светит, снега очень много еще, потихоньку светает, выдвигаемся. Скратки. Вот так вот. Держим путь на скратки. Ночью подморозило. По комфорту идти еще обратно. Когда нас-то отпустит, будет весело, мне кажется. Гуся пока не слыхать, не видать. Ну, открытие, посмотрим, посидим, погагакаем. Идешь с кратки,
А тут такая банда. Банда! Полевая кухня. Готовим макарошки с тушеночкой. Тушенку с макаронами. Или тушенку с макаронами. Это не важно уже. Вот так вот. Снегом море, гуся пока нет. Охота продолжается. Так, погода нас радовала. Снег, дождь. Вот так вот стоишь. И смотришь вдаль. В ожидании гуся. Вот такой, такая вот у нас присада. Там живое перо. Здесь спортпласт пчела. Все. Принесли чуть-чуть, дополняем. Гуся пока нет. Ждем. Вот такие вот у нас новые чучалки. Правда, лед кругом стоит, и некуда нам их поставить. Сейчас будем что-нибудь мастырить, да? Будем придумать. Ну-ка. Давай взорвем лед. Лед? Да. Танцы с бубнами? Да. Не говори. Такая вот у нас присада. Вот он! Да, второй! Перезаряжай! Я обоих! Крис, мой молодец! Моя девочка! Снимай, снимай! Снимай, снимай! Вон, на пять! Давай, давай, Рис! Вот был шикарный налет. Рис, неси, давай. Риса, ко мне. Давай, давай. Иди ко мне. Молодец ты, моя хорошая. Молодец. Иди еще, иди, Риса. Вот он. Первый 2021. О! Наконец-то! Матрос! Макс! Подожди, 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 фотка сделаю, я видео делала. Вот второй. С полем. С полем. Так, кто будет стрелять? Тихо, тихо, тихо. Вот. Был налет. Одного, один упал туда за канал, одного вот здесь добрали сейчас. Трудовой! Вот еще один трофей добыт. Хороший, да? Вот. Еще один белолобый. Хорошо ему досталось. С полем. Ну вот, результат двухдневный. Вот, сейчас приступаем к щипанию трофеев. Если
гумиши, белолобы. Вот. Так что приступаем к работе. Охота охоты. Дальше идет работа. Первичный обработок. Да, вот кажется, ребята обрабатывают гусиков. Так, Петрович, не филонь. Давай. Вот, вот мой. Смотри, сколько вот. Я сделал и сколько ты сделал. Это у меня второй. Вот, у меня там один висит. А это второй. Это постанова, блин. Да. Телевизионщик. А гумяш еще похуже, чем белолобые щиплется. Вот так вот. Такие вот у нас получается полуфабрикаты. Ребята сидят, щипают. Охота удалась, электромод показал себя, в принципе, с хорошей стороны. Спокойно подъезжали к уткам, они ничего даже не услышали. Гусь добыт, нас полем. Ссылочку на ребят оставлю в описании. Спокойно идет, проваливает лед. Самый кайф, что звука не слышно абсолютно. Запах пороха, как утренний кофе, рассвет и закат, как бальзам. Как же здорово на охоте, говорю я всегда друзьям. Посидишь у костра с гитарой, на рассвете да будешь щерка. Позабыв городские печали, возвращаешься снова сюда. Здесь ты просто охотник-добытчик, рядом только свои пацаны. Нет медалей и знаков различий, только степи, природа и ты. И нет на свете лучше этой драмы. Охотники из Инстаграмы расскажут первыми об этом, засняв на телефон все это. Контента лучше нет на свете, чем встретить солнце на рассвете. Стрелять, охотиться, рыбачить и байки учить.